Всем привет! Сегодня будем заливать эти замечательные пилоны. Опалубка выставлена. Все раскреплено. Стойки обварены. При заливке бетона самое главное это проверить и перепроверить еще раз, потому что бетон не прощает ошибок. Если вам кажется, что вы раскрепили все нормально, то перепроверьте еще раз и лучше пригласить кого-нибудь со стороны, чтобы замыленный глаз иногда может не увидеть то, что увидит свежий человек. Вроде все есть, да? Кран уже приехал, и сегодня я буду летать. Пока кран расставляется. А летать я буду на этом замечательном колокольчике. Кто-то называет его рюмка, но тут уже как у кого фантазии. Мы называем его колокольчик Зевс. Наливая бетон внутрь, открывая рычаг, он открывает основные ворота, они попадают в лоток, и с лотка уже контролируемо, направленно идет туда бетонная смесь, куда нам надо. Но держаться на нем было просто невозможно, так как он был без вот этого великолепного, сваренного мной лично площадкой оператора. Во-первых, площадка всегда стоит вот нижней частью на основном кольце. Плюс у нее есть, получается, такие крючки, зажимы усиленные на основную арматуру. Плюс еще от вырывания еще одну я обварил. Также и со второй стороны. Плюс к этому идет полностью сваренный каркас. А верхушка идет съемная. Так там полностью разборный. Можно всегда открутить вот эти болтики, гаечки и полностью разобрать его. И плюс еще дополнительное усиление для жесткости. Да, небольшая ступенька, для того, чтобы было бы удобно залезать и смотреть, сколько там бетона осталось. Так что все проверено, потому что безопасность для нас превыше всего, как вы знаете. После укладки бетона мы будем его обязательно вибрировать, чтобы не было пустот и раковин. Будем использовать вот этого малыша. Это уже второй. Он нормально выдерживает те нагрузки, которые мы ему даем. Есть два, так сказать, наконечника вибратора. Один на 1,5 метра, другой на 3. Мы будем опускать, получается, его в самую глубину, для того, чтобы провибрировать первую часть заливки. Потому что заливать будем в 2 этапа. До середины, потом уже по отметкам, которые мы выставили. После еще поменяем наконечник на 1,5 метра. И будем вибрировать по лицевой стороне. Для того, чтобы лицевая часть была вот без пустот, без раковин. Гладкая, красивая, монолитная. Забрали колокольчик оттуда, потому что дерево мешает проехать. Поставили второй этаж, сейчас он переедет и заберем его. Пора. Бетончик то, что надо. Гранит должен быть. Куда? Порядок? Опускать надо еще немножко? Так нормально, Ром? Ну, туда, куда? Он к арматуре уже.
Сейчас мы еще вторую ходку заполним, а третью сольем и отпустим тебя. Промываться можно будет у нас на щебенке. Первый есть. Лайк. Второй есть. Два лайка. Полетели повыше. Порядок. Так, бетончик остался. Цепляем эту штуку. Крюк. Паук. Ну, любые давай тогда, чего ты? Какие короткие, я говорю, есть варианты. А, длинные сразу, да? Давай, сразу длинные. Они же лучше будут. Конечно, лучше. Вообще зашибись. Давай, идем. Ты давай, чисти. Давай, где у нас? Метр. Тогда полетели. А что, кругляшок у меня здесь, я туда не протиснусь. Я люблю летать. Вот это тема. Полилась тема. У меня все. Ну, я тебе сказал, там на 3 сантиметра опустилось везде, когда я прошелся, провибрировал. Давай ведро оставим. Давай ведро оставим, говорю, а ты говоришь. Остальное сюда. Я думал, ты про это говоришь. Давай, давай, ведро, Ром, черное. Водой его только чуть-чуть сболтни. Там чуть-чуть добавлять, ну, ведром, наверное, отделаемся, да? Там. Да. Должен... Ну, лучше отсюда возьмем. Ну, да. А сюда подмешай немножко, да? Нет. Ну, тут мешать-то вообще с гулькин нос. Начнется сейчас. Давай потом туда подмешаем. А я думал, мы сегодня еще после обеда первый ряд выложим. Клад. Какой? Ты сказал, мы пораньше домой пойдем. Да хоть вчера говорим, мы залим и домой пойдем. Вот мы молодцы. Крутые. Я думал, там на самом деле много. Ну вот столько было. Вот и все, но оно ушло. Вон. Я сказал, 250 килограмм всего. Так, там, где уже ушло, добавляем. Уже вручную. Заранее себе выставил отметки водяным уровнем или лазером. Теперь по ним уже добиваю, чтобы точно было. Используя обычные стяжки, лучше всего подходят. Их никогда не потеряешь. Никакие ни саморезики, ни отметки мелом не выручат. С этого, да? С этого. Первого нашего. Красотульку. Она здесь больше не нужна. Давай, нет. Вот туда аккуратненько. Да, убедиться, что он не просто сверху налит, а именно вошел в текстуру самого бетона. Так, все распределили. Порядок.